Ростелеком совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России представляют шоу «Дети на льду. Звезды». Из 400 участников осталось только 20. Они прошли длинный путь, падая и снова поднимаясь, делали самые яркие номера, оттачивали свою технику катания, чтобы именно их выбрало наше жюри. Кто из них поедет в Москву, а кто не выдержит конкуренции? Не пропустите незабываемые выступления юных фигуристов. Их последние прокаты в родных городах. 10 девочек будут бороться за место в полуфинале. В шоу «Дети на льду. Звезды». 12 июня в 13:00 смотрите завершение третьего тура шоу на канале «Все ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком».